Что, ты тебе тоже показать? Привет! Диск. Тормозной диск. У нас же все по уму. Да, показывай, где тут что. Ну вот отсюда, наверное, будет видней. Там какая щель. Ну, в общем, щель, буртик на краю. Надо его убрать. Ликвидно. Включим передачу. Колесо будет крутиться. И спилим его нафиг. Диск крутится. Будем точить. На, поснимай. Как? На, поснимай, лайфхак. Сначала прошли обычным абразивным диском, а теперь лепестковым. Наружная сторона проточена, теперь точим внутреннюю. Все, буртик снят, дело сделано. Дастишь, фантастишь получился. Вот колпачка нету, это непорядок. Ирбис. БС-250. Приехал с расковыренной проводкой и сбитым пластиком. Глушитель у него вот так вот загнут. Но человек сказал с ним ничего не делать, оставить так. Проводку восстановил. Задняя фара должна стоять здесь. Но так как пластика уже нету, поставил ее ниже, заколхозил крепежи, три крепежа, будет стоять в таком положении. Поворотников задних не было, поставил такие вот маленькие китайские. Тормоза не работали. Залил тормозухи, прокачал, смазал направляющие. Теперь они работают как надо. Здесь вот лягушка стоит на задний тормоз. И вот провод. Надо этот провод сейчас как-то припаять к этому месту. Там остались кусочки проводов. Как-то надо сейчас зачистить и припаять. Пластик привезли кусками, задней части вообще не хватает. Переднего тормоза нету, суппорта совсем нету. Подварил пластик немножко в некоторых местах. На хвосте здесь вот подварено. Спереди подварил. Задние поворотники посадил на скобу, они держались чисто на пластике. С этой стороны вообще пластик отломан. Надо еще разобрать замок зажигания, потому что он включается через раз. Запаял провода. Теперь стоп-сигнал работает. Обжал провода хомутиком, чтоб никуда не убегали. Контакты замажем герметиком. Вот такой колхоз получился. Но зато будет работать стоп-сигнал.
Замок работает. Нашлись кусочки пластика еще. Еще завалил. Вот эту решетку еще поставил. Поехал прокатиться, газанул, и правое зеркало просто выпало. А тут, оказывается, все нарушено. Все продавлено, проломлено. Надо попробовать заварить. Вот сломано крепление. Попробую приварить. Заварил корпус. Осталось поставить зеркало. Зеркало приклеил клеем Т7000. Сделал волшебную, вскапывал около огорода. Такая вот инструкция. Ножи опускаются вниз, врезается в землю, и потом черенком нажимается, и земля вскапывается. Как-то так. Осталось поставить черенок и посмотреть, как это будет все работать. Будем делать из шлема вертолет. Крепление для экшн-камеры, которая будет вращаться. Старую липучку надо оторвать. Вот здесь новая липучка. И поставить на это место. Крутилка на месте. И теперь в нее надо ставить швабру с корпусом и с грузом.
Олег, это экспериментальный. На раз все. Если бы вот эти были бы еще тоже заостренные, они бы все бы это разрывали. Сверху еще резали, да? Да. И вообще бы осталось бы только прибежаться. BMX. Сломалась рама. Рама уже снизу была вареная. Первый раз она сломалась в ту сторону, вперед. А теперь, наоборот, вилка ушла внутрь. Верхняя, нижняя труба полопались. Надо разбирать, как-то выправлять и обваривать. Пропилил раму, выправил рулевой стакан. Теперь надо обваривать. Вот я немножко прихватил сверху, сейчас вилку сниму. Сниму фаску и обварю. Рама заварена. Теперь надо ее немножко облагородить, зачистить и покрасить. Приехал рейсер. В этот раз будем ему делать багажник. Тут его совсем нет. Ну и по мелочи посмотреть. Где-то подкрасить, где-то подкрутить. Размечаем, нагибаем. Получается вот такой багажник. Спереди он будет крепиться к ручкам, а снизу крепиться будет в эти трубы. Надо выточить вставки, чтобы они вставлялись в эти трубы. Там будет резьба, и снизу будет крепиться болтом. Отсюда будут идти две трубы и к багажнику. Такие получились детальки. Они будут вставляться в трубу вот так. А узкая часть в профиль. Сварил багажник, покрасил. После того, как я в редуктор спидометра распечатал шестерню на 3D принтере, мотоцикл проехал 535 километров, и спидометр опять отказал. Снял редуктор, смотрим шестерню. Шестерня
совершенно исправная. Неисправным оказался трос спидометра. Нужно его менять. Багажник готов. Есть еще здесь проблемка с передним крылом. Его надо немножко поставить вперед, чтобы не летела грязь спереди. И она уже здесь трещина. Надо ремонтировать. Красота. Ровненько и крепко.